17 лет, и я очень люблю собак. Я Марина. Люблю музыку, но никогда не любила музыкантов. Я Люба. Мне 16 лет, и я обожаю животных. Я Витя. Мне 16 лет, и я терпеть не могу, когда меня ругают. Мне 16 лет. Я люблю наблюдать за людьми, но не люблю наблюдать за собой. Я Максим. Мне 17 лет, и я люблю быть в лидерах. Я Матвей. Я Вадим. Мне 16 лет, и я не люблю шоу. Я Стас. Мне 16 лет, и я люблю играть в футбол, но ненавижу спорт. Я Даша, мне 15 лет, и я люблю читать детективные книги. А я Артем, мне 16 лет, и я очень сильно люблю свою маму. Я прошу, не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в быстроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтоб я по жизни не пахал и не скользил, а разумно распределял течение дня. Мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Не мечты о прошлом, не мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное осознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне о том, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так, научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Так дай мне это самое прекрасное и нежное. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству.